Всем привет! Раннее утро, и мы едем на рыбалочку. Я думаю, все будет добре сегодня. Так, вот мы приехали на пристань. Поехали в Запорожец. На трубу, как все ее знают. Занято. Четвертый раз поехал в этом году и ни разу туда не попал. Сейчас кину эхолотик, уже бросал. Короче, сейчас еще посмотрю, что там происходит, где стоит крупная рыба. И вот тяну эхолотик. И смотрю, рыбки стоит капец. Тут уже было там 11,8. Сейчас вот 9,3 глубина. И тут вся рыба стоит. И крупная, и средняя. Крупная в пол воды стоит. Так что, сейчас буду забрасываться и ловить. Так, вот что у нас сегодня в ассортименте. Пластилин чеснок, пластилин конопля и прикормка щебрец с чесночком. Но мы сейчас все это замешаем. И вот еще у нас пшено, горох, перловка, красный острый перец и 8 килограмм макушки. Сейчас буду мешать кашу. Все засыпаем. Добавляем водичку, сейчас с водоема наберу, замешал уже кашу, забыл, добавил еще 2 килограмма сюда макушки, и это все будет связывать. Так, еще уже буду наживлять, сейчас смотрите, буду пробовать на донную оснастку, на кормаки и на соску, сейчас буду все по-разному пробовать, на что будет брать, а то буду и ловить. Шампички поставим. Так что рыбалочка будет не проблема. Вот на что мы будем сегодня ловить. Сало замаринованное в подсолнечном масле домашнем. Потом классическое сало с чесноком и с корицей и с укропом. Опарыш. И вот сухой маринад сала с корицей и с черным перцем острым. Ну и плюс червячки есть. Ну, будем наживлять и пробовать.
нашла, и вон она стоит. Блядь, дай подсаку. Она в траве запуталась. Сука, успею, не успею. Ушла, блядь. А, хорошая плотва была. Блин. Трава. Тут трава. Запуталась в траву. Была хорошая плотва. Хорошо, что она клюет. Смотрите, какая плотва, это капец. Это просто бомбей. Фу. Класс. Ой, я ее и подбагрил вторым крючком. Насало. Ай-яй-яй, красавица какая. Фу. О, смотрите, какая прелесть. Бомбей. В конце рыбалки взвесим. Покажу вам вес. Фу, еле-еле вытянул ее. В траву запуталась. Короче, вот так вот. Насало, какая кукуруза. У меня везде сало стоит. Кукуруза там на бочине стоит. Сало, говоришь? А вот же он, встречайте. Карасевич. Да. Насало. На солей. А, смотрите, какой красавчик. Просто бомбей. И знаете, что он говорит? Подписывайтесь на канал Владимира Кафарова. 1000 еще не набрал? Маленький-маленький рак, смотрите. Видите, шевелится. Рачок. На крайний карповичок клюет. Сейчас попробуем достать. Ветер? Да ветер капец поднялся. Ух ты, ё! Смотрите, я оборвала. Смотрите, какая плотва. Просто гигант. Это сегодня хорошая. Ай-яй-яй. Смотрите, какая. Просто бомба. Насало, конечно. И смотрите. Это он уже. У нас вторая такая. Нет, а первая еще больше. Но мы самую большую потом в конце рыбалки взвесим. Класс. Да, насало. Не успел я включить камеру. Но не могу не показать. Вот этого карася, смотрите. Просто гигант. И жирный такой. Толстенький, упитанный, откормленный. Вот это уже днепровой карась, а не какое-то недоразумение, которое клевало до этого. Ну и есть много, ну не много, но, наверное, штук 5-6 у меня крупных плотвичек таких хороших. В конце рыбалочки покажу, взвесим. Ну, блин, не ожидал я такого карася. Дебелый, дебелый карась. Это на сегодня, наверное, самый крупный, которого я поймал. А-ча-ча!
Какой карасевич, смотрите. Красавчик. На кормачок, смотрите, я его подбагрил. Или он сам подбагрнулся. Ну, выедал кормуху и попался. Хороший карасевич. Фу, класс. И вот, смотрите, с нами ловил Антон. Он уже собрался домой. Хорошие такие. Окунчик вон. Да, дядя. А, вот, вот, смотрите, окунец какой хорошенький. Матросик. Ну и хорошие есть карасики. Так что ставьте Антону лайки и в подобайки. И Антон поставь подписчикам лайк. Да, по-любому. Все, да. Всем привет. Да, давай. Вечереет. Несколько раз дождик пускался. Ну, под вечер еще подловил карасиков так неплохо. Сейчас хочу вам показать. Видите? Течение прекратилось, из зеленки нагнало, волна прекратилась. Так, так, так. Сейчас хочу. Блин, телефон бы не уронить. Короче, вот какой у нас улов. Улов, хочу сказать, неплохой. Смотрите, крупная плотва какая есть. Смотрите, и она не одна, тут крупная на дне плотва. Смотрите. Сейчас самую большую плотву взвешу. Мне просто самому интересно, сколько у нее вес. И вам покажу. Общий вес рыбы. Так, килограммы. Да нет, это что-то с весами, а не с батарейками. А что с ними? Может, и этим батарейкам просто хамбец. Блин, что-то они глючат. Я увидел 4800 с чем-то и потухли, блин. Сейчас еще раз попробую. Нету, да? Поверите на слово. Нету, да? Не верьте никому. 4826. И опять они глюканули. Что-то с весами. Ну, тогда плотву и не буду. 4826 вес. Короче, кому понравилась рыбалка, ставьте лайки, в подобайки. Извините, веса глюканули. Хотел еще взвесить плотву. Ну, плотва и хорошая. Я думаю, грамм под 300 по-любому будет в большой. Так что, всем пока, до скорых новых встреч. На новой рыбалке, грибалке. Всем пока.